Я всегда получаю огромное удовольствие на спектакле в самом конце. Я сажусь на краешек сцены, и вот тогда все то, что я отдал сегодня в публику, она возвращает обратно. И я вот смотрю, сколько я смог отдать, потому что она возвращает всегда ровно то, что ты ей дал. Если ты ему чего-то не дал, значит, назад ничего не прилетело. Тогда такой грустный спектакль начинается, когда я чувствую, что ничего не произошло, значит, чего-то я такое не смог сделать. Да, там какая-то вещь происходит. В какой-то момент в конце уже и Полунин не нужен, и уже никто не нужен. Ты уже сам так счастлив и так способен из себя вырабатывать эту радость, что в какой-то момент забываешь, что уже и клоуны, и никто не нужен. Ты еще существуешь какое-то время в этом ощущении обласканности. Ваш партнер. Ануфрио Колючи, замечательный просто актер. Уже 6 лет он работает в нашем театре. Замечательно. Он раньше думал, что он архитектор. А потом выяснилось, что он не архитектор, а клоун. Вот мне, как актрисе, интересно, что стимулирует и что движет фантазию? Вот эти вот контакты, какие-то жизненные невероятные ситуации, поэзия или сны, может быть? Ну, разные люди по-разному. И разные ситуации как бы по-разному провоцируют. Но я пробовал жить в деревне, пробовал жить как бы в тихом месте совершенно, и попытки эти не увенчались успехом. То есть... А в конце концов, я нашел свой принцип. Я должен быть в деревне одной ногой, а другой в городе. То есть мне нужно одновременно огромное количество энергии. Энергии творческой. То есть встречи, разговоры, фантазии с разными людьми. Участие одновременно в 100 проектах. Мне нужно, чтобы меня разрывало просто на части. И в то же время я хочу, чтобы меня никто не трогал. Чтобы мне никто не стучал. И чтобы я сидел на берегу реки, ловил рыбу или разговаривал с птицами. Ну, то есть для меня нужно это одновременно. А если говорить про сны и так далее, у меня есть подушка. Моя волшебная подушка. Я ее вожу везде. То есть она у меня с ручкой даже, как чемодан. И она у меня во всех моих реквизитах. У меня 3 комплекта реквизитов, потому что не успевает доехать один реквизит с конца мира на другой. То есть один реквизит ездит там где-то у меня по Азии, там это самое, где-то Япония и, значит, Австралия. Второй реквизит у меня в Америке ездит. Третий реквизит у меня ездит по Европе. Сейчас я завел 4-й реквизит. Он здесь, в России. Вот реквизит спектакля, значит, полностью, там несколько тонн декораций, вот они теперь у меня появились теперь в России. Вот из-за того, что я имел возможность сделать эти гастроли. И в каждом комплекте у меня подушка. А подушка лежит среди реквизита, и я сплю только на ней всегда. И вот из подушки я каждый раз выуживаю очень красивые вещи. Я записываю их подробненько, из них очень много чего строю. Потрясаю. Нет, очень сложно. Это такая тяжелая работа, помнить сны. Я даже разрабатывал целую систему. В какой момент мне нужно будить, чтобы я запомнил сон и так далее, и так далее. А второй вариант – это дети. Они вам выдают каждый день по 10 проектов. 10 потрясающих идей можете получать каждый день своего ребенка. Особенно у них, когда такой возраст есть, начиная, не знаю, там, с 5 до 8, там, ну, какие-то такие, еще они совсем маленькие. Однажды я был в армии, 2 года нормально в армии отслужил. И, значит, какой-то период, конечно, сначала был, значит, где-то под землей, что-то там с наушниками, следил за самолетами, что-то такое. Потом увидел, значит, генерал о том, что я что-то показываю для солдат, смешные штуки. Он говорит, ну, давай в клуб. Сделал меня начальником клуба, отвез в корпус, там самое главное место, и посадил меня в кабинет. Я сел в кабинете, начальник клуба, что делать? Ничего делать не надо. А окно было, раздвинул занавеску, там детский сад под окном. И я целый год... приходил с утра и до вечера и смотрел, как играют дети. Я сделал спектакль «Фантазер», мой один раз самый любимый спектакль. Москвичи не видели, когда, если будет у меня возможность здесь центр сделать, я его опять верну. Это игры детские на детской площадке, где они играют в то, что они в жизни все смогут. Они фантазируют и уверены, что все это получится. То есть есть такой период в жизни человека, когда он совершенно спокойно уверен в том, что весь мир ему помогает для того, чтобы сделать то, что он хочет. И вот этот спектакль об этом, и вот из детей, из их игр, из их впечатлений, взаимоотношений, из их фантазий я очень много чего делаю. Вот сценка «Нельзя», помните? Это мой сын сделал. Я просто посмотрел, что он сделал.
Я увидел, что он сделал и просто перенес на сцену. Ну, понятно, у меня есть много других способов, потому что, естественно, у меня библиотека там такая, что ни в один грузовик не влезет. Люблю живопись очень. То есть по-настоящему. То есть у меня, конечно, сюрреалисты, символисты, наивная живопись. То есть есть какие-то направления, которые у меня собраны практически полностью. Каждого художника, все самые любимые мои вещи, я их обожаю и могу часами смотреть. И каждая картина для меня мир, который может родить новый спектакль. То есть, например, то же самое с литературой. То есть, естественно, у меня друзья Гоголь, Хармс и, наверное, Булгаков, это из наших. А у них, конечно, Алиса в «Стране чудес» Кэрролла и так далее. Вот такие вещи, то есть, где фантазия, реальность, абсурд и, ну, все вместе смешано в одно такое единое месиво, которое меня просто вдохновляет страшно. Я очень хочу Алису сделать. Очень хочу Хармса сделать. Как только у меня появится возможность своего какого-то пространства, где репетиции возможны, декорации делать и так далее, естественно, что я сразу сделаю этот спектакль. Как режиссер? Нет, одновременно. То есть я вообще как режиссер мне трудно назвать себя режиссером. Я называюсь провокатор. То есть я всегда собираю потрясающих людей вокруг себя, потрясающих, гениальных просто. Вот как этот Шалопай, Онофрио Колюччи. И провоцирую их на творчество. Они все делают сами. Я, в принципе, там только чуть-чуть подсказываю. Направо, налево, может быть, вот там, посмотри, там в том углу что-то интересное. И они сами это все оттуда вынимают, и вся, это все, что рождается. В принципе, тот театр, которым я занимаюсь, он спонтанный и самостийный. То есть я лишь мотор, который их, значит, все время, не знаю, с кровати, значит, сдергивает. А дальше они уже сами все делают. Поэтому, в принципе, слово «режиссер» мне не очень нравится. Это другая профессия. Это профессия, где ты все продумал чаще всего. И ты регулируешь пространство и время, чтобы оно сошлось в одной точке. А я считаю, что жизнь сама по себе прекрасна, и регулировать ее не надо. Ее нужно только будоражить. То есть просто немножечко ее время от времени встряхивать, чтобы она не пылилась, и все. Здравствуйте. Лена, студентка ГИТИСа. Как-то в школе вы написали в сочинении, что вы хотите стать клоуном. И мне хотелось бы узнать, совпадают ли вот ваши детские представления о том, что такое быть клоуном, с сегодняшним вашим ощущением? Когда ты подходишь к профессии, ты не знаешь, что она собой представляет. Ты видишь только ее свечение. Что такое клоунада, в детстве, конечно, я не знал. Я просто видел, что есть какая-то такой мираж под названием клоун, где почему-то все светло и радостно. Я не знал, как это, почему или на что это похоже. Я просто чувствовал, что меня туда тянет. И когда я видел таких людей, как Чаплин, конечно, в его фильмах, или Никулин с «Троицей», или там «Карандаш». Но когда я видел эти вещи, они светились этой радостью. Я не знал, что это за профессия, как они там что делают. Мне не это было важно. Или на что они похожи. Мне влекло это страстное удовольствие, вот, жизненное восхищение и увлечение жизнью. И я хотел быть вместе с этими людьми и заниматься тем, чем они хотят. Поэтому, естественно, то, что я сейчас делаю, то, что я сейчас представляю как клоунаду, то же самое, что было у меня и в детстве. Просто сейчас я стал видеть это подробнее. Я уже стал видеть, я не знаю, ниточки на костюме этого клоуна и понимать, из какой ткани они и каким путем их нужно гладить, в какую сторону и так далее. А в то время я просто видел этот цвет, который меня тащил. И второй такой маленький вопрос. Ходят упорные слухи. К сожалению, мало информации о том, что вы набираете курс в ГИТИСе. Если можно, поподробнее об этом. Спасибо. Хорошая очень тема. Правда хорошая. Потому что, когда я был в России, у меня всегда была студия. Всегда. Каждый год в эту студию приходил, может быть, человек 100. И каждый раз к концу года оставался один или два. Если два, я считал потрясающий год. Из 100 человек один – это хорошо, и 100 человек два – это гениально, это потрясающе, это удовольствие, радость и просто выигрыш этого года. Я был второй. Вот за 15 лет я собрал 15 человек, которые бы потом назвали театром лицедеи. Да? Вот, пожалуйста, вот пример той школы, которую я делал в те годы. То есть вот я выбирал уникальных людей. По каким признакам? Вот что главное для того, чтобы работать с Полуниным? Первое, самое главное, я никого не учу ничему. То есть не учусь принципиально. То есть это школа, в которой люди создают себя сами. Это школа, где люди делают себя сами. Полунин только энергетическая база. То есть входит человек в комнату, а там висит звон. Звон энергии и желания.
Вот в этой энергии и желании любой человек раскрывается. Но все сделать должен сам. Я никогда никого ничему не учил. Я, наоборот, запрещал учиться, выгонял. Как только увижу, кто-нибудь занимается, говорю, сейчас же в коридор и не мешайте. Здесь можно только мыть полы или чистить эти самые, там, декорации или что-нибудь такое. А заниматься где-нибудь в другом месте не у меня. Ну какие качества? Способность к импровизации. Вот, вот он знает, он знает. Я знаю. Дайте микрофон! Do you speak English? Yes. Yes. Переведи по-английски, пожалуйста. А почему ты не хочешь по-русски? Он умеет no. по-русски. Ну, no, чуть-чуть, лучше, лучше. Ой-ой-ой-ой-ой. Когда я начинал со Славом, я спросил, Слава, скажи, что я делаю на сцене. Учить меня, пожалуйста. Да, хорошо. Какая сверхзадача, какой мой персонаж, что да, я делаю. Да-да-да, какая техника, какой это... Ну, скажи, просто скажи. Секундочку, это была ситуация, значит, мы приехали в город Денвер, по-моему, да? Денвер? Я думаю, да, Денвер. Мы приехали в город Денвер. Колорадо. Я говорю, сегодня ты выступаешь вместо меня. Говорю, как я выступаю вместо тебя? А что я делаю? И он говорит, тогда мой образ какой? Я ему сказал, представь, что ты только что проснулся, и тебя кто-то огромным молотком ударил по голове. В этом состоянии ты идешь на сцену. Это просто пример. Ануфри привел пример. Понятно, что не все так просто. Не все так просто, как бы, как говорится. Для этого нужны годы и годы. Для этого нужна страсть, упорство и характер. И только сумасшедшие достигают результата. И в клоуны идут только те, кто не в состоянии отказаться от этого. Не потому, что там что-то, просто не в состоянии. Их тащит судьба. Они не в состоянии не быть клоунами. И они, не знаю, как алкоголик, у них руки дрожат, когда они прикасаются к этому моменту, когда ты становишься персонажем клоунады. То есть это не профессия. Это какой-то, ну, боженька пометил так, дубиной по голове. Это трагедия, вот это не профессия, они ходят. Это трагедия. Болезнь. Ну, да. Такая красивая болезнь. Ой, самая красивая. Вячеслав Иванович, если бы нашелся режиссер, который бы предложил бы вам сыграть роль в драматическом театре, конкретно роль Гамлета, как бы вы отреагировали, согласились бы или нет? Спасибо. Конечно, мечта каждого артиста сыграть Гамлета. Но чтобы сделать моего Гамлета, я не представляю, на что должен решиться режиссер. Ну, это серьезно, потому что, во-первых, Гамлет, который молчит, это уже как бы особая дорога. А если еще Гамлет одновременно стоит на голове, еще машет платочком, я не знаю, делает какие-то вещи, совершенно к Гамлету не относящиеся, это достаточно, ну, наверное, интересно. Может быть, такой найдется и скажет. Однажды Ролан Быков, которого я обожаю, который был моим другом всегда, и в последние дни его жизни он приехал ко мне в Лондон. Просто вот он почему-то почувствовал, что ему надо все раздвинуть, все дела, и отойти в сторону от своей деятельности, от всего. И он прилетел в Лондон, и несколько дней мы с ним провели, гуляя по Гайд-парку. Просто несколько дней, с утра до ночи. И с чем мы занимались? Мы делали сценарий, значит, «Короля Лира». Он должен был играть Лира, я должен был играть Шута. Это было просто за два дня до его смерти. После этого он приехал уже в Москву, и здесь, значит... я так благодарен, что он дал возможность мне вот эти два дня с ним фантазировать на эту тему. Я, конечно, мечтал бы с ним сыграть. Слава, скажите, чем клоун отличается в обычной жизни от обычного человека? Вот вы играете в жизни, и вы сразу видите вот своих людей. Я вас очень люблю. Спасибо. Был такой у меня замечательный друг, который дважды, по-моему, трижды, четырежды привозил в Россию Джанго Эдвардс. Вот по нему сразу видно, что он клоун. Ну, у него столько энергии, он просто глаза на выкате. Это, не знаю, он весь дрожит от того, что живет. И всех, кто вокруг него вовлекает тут же в бесконечное количество каких-то розыгрышей, каких-то игр и так далее, и так далее. Вот я считаю его эталоном. В принципе, мне нравится такой клоун. Но есть Лео Басси, все время насупленный, все время думающий только о своем, все время на всех рычащий, огрызающийся. Это совсем другой клоун. Клоуны все очень разные. А второй ты что-то сказала про второе? Про... Вот. Что она любит. А, извините, это потом. У вас есть в жизни мечта?
У меня ощущение, что я всегда нахожусь в том месте, где моя мечта уже реализована. Но она почему-то одновременно и впереди. То есть, в принципе, я всегда счастливый человек, всегда. Вот с самого детства. Не помню такого периода, когда я был несчастливым человеком. Но в то же время всегда какая-нибудь звездочка впереди, которую я одновременно все-таки хочу достигнуть. Я думаю, вообще, как бы это принцип совершенно правильный. То есть, если ты не получаешь удовольствие от сегодняшнего, ты никогда не получишь удовольствие от того, что ты куда придешь. То есть, это закон. Поэтому те, кто надеется, вот сейчас потерплю, а потом вот там начнется настоящее, не верьте, это неправда. Если сейчас нет настоящего, завтра его тоже не будет. Поэтому нужно пытаться все время быть уже, как называется, ты сегодня должна получить удовольствие от того, что реализовывается твоя мечта сейчас. От того, что ты вот здесь сидишь, от того, что ты тут с друзьями сегодня находишься, от того, что этим занимаешься, то, что ты хочешь и так далее. Это уже мечта. Ну, мы, я не знаю, я думаю, что все мы счастливые люди, что уже живем на этой планете в это время и занимаемся тем, что, чем мы занимаемся, независимо, насколько тяжело это происходит. Поэтому, естественно, мечта, если говорить, как бы, вот ставишь себе цель. Есть цель на месяц, есть цель на год, есть цель на 10 лет. Я себе очень внимательно всегда просчитываю. Так, ага, вот уже надоело этим заниматься, это неинтересно, это я умею. Вот следующий... Ну, условно, я сказал себе 3 года назад, хватит ездить в цыганские кибитки, давай что-нибудь такое красивое построим, как говорил архитектор клоунады, да? Что-нибудь такое сделаем и в этом поживем на одном месте. Но это должно быть такое, чтобы оно было так же интересно, как кибитка. И вот я решил, все, делаю одну, значит, в Москве и другую, значит, это самое в Париже. А в Париже мне движется быстрее. Я вот дал себе 2 года, 2-й год подходит к концу. Значит, у меня в Париже уже из 4 этажей этого фантастического замка построены, сделаны 2. Один этаж полностью сделанный театр. По-настоящему сделан с мастерскими, со всеми, ну, все, что нужно для того, чтобы создавать спектакли. И один этаж для друзей. Значит, тоже сделан, это самое, очень красивый, фантастический просто проект. Значит, одна комната называется «Ностальгия», одна комната называется «Детство». Там такая огромная дверь до потолка, высокая, узкая, значит, для взрослых. А в ней внутри маленькая дверка, такая вот по колено, со своим ключиком, со своим замочком, куда будут ходить дети. Внутрь входишь, там огромное количество всяких уголков, в которые нужно влезть, пролезть через какие-то щели и так далее. Например, у меня 2 осветительных прибора, солнце и луна. Значит, опускаешь солнце, оно зажигается, значит, и горит, значит, как это самое. Потом поднимаешь за веревочку, солнце уходит, приходит луна, она горит, значит. Эта комната у меня еще комната игрушек. Я со всего света свожу детские игрушки, и там просто такие горы игрушек, и когда дети туда попадают, они просто с ума сходят. Потому что истерика начинается. Поэтому если думаю, что приедет друг с маленьким ребенком, я хочу, чтобы ребенок запомнил это на всю жизнь. Папа, давай еще раз съездим туда, вот где эта дверка, где эти столы выше человеческого роста, на которые нужно забираться, это самое. Где вот эти фантастические игры, которые никогда в жизни человек не видел. Там очень много красивых вещей. А вторая комната у меня называется «Ностальгия». Это все, что в прошлом, это комната воспоминаний. То есть это удовольствие от воспоминаний. Потому что человек живет дважды, сказал Монтень, если он еще вспоминает. Один раз он прожил, а второй раз он еще вспомнил, как он это прожил. И поэтому это комната, где можно прожить второй раз свою жизнь. Все завешено фотографиями, но фотографии не реальные моей жизни, а в жизни в фантазиях. Поэтому, например, я и моя жена сфотографированы в виде моей бабушки и дедушки в летческих этих самых шлемах и так далее после перелета через Ла-Манш. Потом мы, значит, вместе с Сахой, босиком, это самое, сеем хлеб, значит, в Ясной Поляне. И огромное количество этих фотографий, где мы прожили разные жизни в фантазиях своих. То есть... И это вот все. Потом, значит, Лена, моя жена, она специально научилась вязать для этого проекта, значит, для этой комнаты. И связала, не знаю, несколько мешков, значит, кружав. И мы украсили всю эту комнату кружевами. Да ложки с кружевами, блюдца с кружевами, выключатели с кружевами. Каждое, ну, все, что там есть, это все в кружевах. Вот это ощущение бабушкиного места, где, как называется, когда ты вспоминаешь, когда ты входил в бабушкину комнату и так далее. Еще одна комната называется комната путешествия. Она в туалете. Она вся завешена картами, где мы были, со стрелочками, с пометочками и так далее, фотографиями, чемоданами и так далее, так далее. Но когда ты входишь, то открываешь дверь, звучит паровозный гудок, ты закрываешь, и трогается туалет, и едет с тобой
И едет с тобой в путешествие. Ануфрий это не знает, он еще не видел. Я ему этот туалет специально под это самое, его проживание сдаю. Значит, и трогается, и мимо окна у тебя летят березки, и все такое. А в конце, когда ты сливной бачок дергаешь, звучит гудок на весь дом. И все знают, что ты там только что побывал. И вот каждый кусочек дома, это такой маленький-маленький спектакль, в котором ты участвуешь, который все меняется. Но это просто один проект, я что-то не знаю, почему я туда попал, где мы были. А по поводу мечты, да? Мечты и цели. У меня мечта и цель каждый день. И я это реализовываю каждый день. Значит, мечта на час, мечта на день, мечта на месяц и так далее. Я это расписываю себе и кидаюсь в эту, в эту дорогу и делаю ее, чтобы она была реальной. В Москве потрясающая мечта. Я уверен, что в этом году я наконец это сделаю. Корабль дураков, который станет в центре Москвы. Я говорю, всех вас хотел бы там видеть, где все сумасшествия можно реализовать. Такой вопрос. Все ваши спектакли и вообще то, что вы делаете, это вот, насколько я поняла, да, это ваши фантазии, ваши мечты, ваши сны, может быть, да? Частично. Частично. Есть такие проекты, наверное, с которыми вы расстаетесь. То есть есть вот этот проект, он существует определенное количество времени, и после этого с ним нужно расстаться, да? Если есть такие проекты, что вы ощущаете, когда вы с ними расстаетесь, когда они уходят и остаются там во времени? Ну, по-всякому. Есть как бы такие глобальные проекты, которые часть твоей жизни как принцип. То есть через этот проект ты живешь. То есть, условно, какое-то количество лет я исследовал, что такое пантомима. Я был страшно ею увлечен, и для меня это был весь мир. Потому что в тишине, в молчании оказалось столько бесконечно богатого мира, что мы, люди ежедневные, которые все время заняты словом, теряем практически большую часть себя и вообще и осознание мира. Потому что больше опираемся на слово, чем на молчание. А молчание более искреннее, более тонкое, более ассоциативное, не такое прямое и так далее. И поэтому я просто был погружен в пантомиму, может быть, 10 лет, я не знаю, 5 лет, не помню уже точно сроков. И вот был проект, я хотел знать, что такое пантомима. Когда я пришел к тому, что уже вроде успех есть, мы там что-то на конкурсе получили, где-то там что-то завоевали, где-то нас поблагодарили, уже чувствуем себя на ногах. И вдруг чувствую, что это неправильная тема, потому что мир стал другим, а пантомима осталась как бы в прошлом веке, потому что она очень сильно была занята самовыражением, как сказать, нет, она своим статусом была занята. Посмотрите, какой я, говорила пантомима. У меня руки без костей, я артист, я это самое могу это, могу молчать и ничего не говорить. И поэтому вот этот статус такого рафинированного, как называется, стиля артистизма, я понял, что время это ушло. Это были 70-е, когда эстетизм был достаточно мощным течением. И вдруг я почувствовал, что людям нужно что-то другое. Я взял, сказал, до свидания, пантомима. Хотя я ее очень любил. И она перешла в другую комнатку, а я пошел в клоунаду, потому что я понял, что нужна искренность. Пантомима не в состоянии, та пантомима не в состоянии была выразить искренне человека. И пришлось перейти в новый статус, найти позицию артиста по отношению к публике не сверху вниз, а снизу вверх. Чаще рядом, но лучше снизу. Потому что актер-клоун, сумасшедший, идиот и так далее, всех скажет, жалко мне, конечно, тебя, ты немножечко идиот, ну ничего, ты все равно хороший человек. И вот это уравнивание себя с публикой принесло правильное соотношение, когда ты можешь открываться, когда ты уже не сохраняешь статус, а искренне говоришь о своей боли, о своей мечте и так далее. И это оказалось совсем по-другому. Поэтому переход от одного проекта к другому – это переход к философии внутри тебя. Потом то же самое произошло с уличным театром. Клоунада еще имела какие-то статусы, ограничения и так далее. А уличный театр сказал, вообще, я анархист, и не трогайте меня со своими эстетическими канонами. Я живу так, как хочу. И поэтому я перешел дальше. То есть опять отодвинул. То есть прощание с проектами – это прощание с философией жизни. Это ты понимаешь, что ты стал другим, и тебя не вмещает этот проект. И вот если я работаю в своих спектаклях, вот сегодня мне еще показали какую-то, значит, эту самую статью, я ее еще не читал, меня ругают.
Значит, ругают за вот то, я что... про это хочу спросить. Меня ругают за то, что я показываю тот же спектакль, условно, который, значит, я работал. Никогда я не делаю тот же спектакль. Я всегда делаю спектакль, который выражает меня сегодня. Я использую старый спектакль, пока он еще в состоянии меня вмещать. У меня один спектакль 12 лет был, другой 18 лет, 9 лет. То есть спектакли работали по много-много лет. Пока они меня вмещали, я в них работал и не вижу вот здесь никакой проблемы вообще. То есть это вообще не имеет никакого отношения к искусству, разговор о том, сколько какой спектакль работается. Потому что современные проекты, они паратеатральные. Они уже не значат... Ну, паратеатральные, это значит, находится между жизнью и искусством. И мерить жизнь категориями искусства, а новенько чего-нибудь вы не можете показать, это значит не понимать, чем мы сейчас занимаемся вообще, чем живет сегодня театр. Вообще уже пора играть театр без пьес. Уже возможно это сделать. Это возможно реально. Куда идет движение? Вот, допустим, актер, что такое для него движение? Шекспир, Достоевский. Ну, уже дальше. Это и есть как бы цель движения профессии. Там, допустим, у Чаплина это был его поступок, диктатор, да? А вот что для вас вот это, куда это все будет идти? Процесс твоего роста, развития и так далее, ты его осознаешь, но все равно позже, чем ты это начинаешь делать. Поэтому эти моменты перехода из одного пространства в другое и поиск себя, он неуправляемый как бы тобою, он движет тобою. И поэтому мне пока Шекспир, я как бы называется, его не трогаю и боюсь его трогать, потому что я еще не знаю, я с ним еще не родственник. Я начинаю работать с родственниками. Конечно, с Достоевским я очень хотел бы работать, потому что он мой родственник. Я в армии прочитал всего Достоевского от корки до корки. Это был мой, как бы, вот... Я потому что понял, что я в армии могу читать только Достоевского. Потому что это место, где надо читать Достоевского. Слав Иванович, сколько должно быть людей в зале перед спектаклем? 1550. А если будет один или два, вы будете играть свой спектакль? Для клоуна вообще как бы нереальна ситуация, когда нет зрителей. Это я начну по возрастающей. Попытки иногда наших, как бы называется, всяких официальных комиссий и так далее, посмотреть клоунаду без зрителя, всегда кончались провалами. Потому что клоун без зрителя не существует. И не важно сколько. Важен зритель и внимание зрителя к тебе. Может быть, 1000 человек, но они к тебе невнимательны, и работать перед ними не хочется. А может быть, один человек, и ты можешь сутки возле него прыгать, потому что он смотрит в тебя, впился, и все из тебя вытаскивает, и ему все мало-мало. Поэтому неважно, сколько человек. Но закон – это 100%. То есть репетиции без, в клоунаде без зрителя невозможны. Даже репетиции невозможны. А вот если рассчитано на смех, и вот нет смеха в зале, вот такой зритель сегодня попался. Вы по ходу перестраиваете, что-то делаете. Вот у нас в театре это называется комикование, это очень плохо. А вот что делает клоун, если зритель не идет? Ну, во-первых, я не считаю, что клоунада должна быть смешной. Это для меня не закон. Я считаю, что клоунада – это есть разные ее уровни и разные ее направления. Есть абсурдистская клоунада, которая больше направлена к интеллекту, чем, например, к чувственности, как обычный смех. И тогда у людей включаются другие совершенно части его, значит, тела, и они ходят там и выбирают вот эти и рассуждения, и соотношения, ассоциации, и получает человек от этого удовольствие. То есть от клоунады интеллектуальных игр. Такие вещи тоже есть. Есть клоунада чувственная, как называется, основана только на поэтических метафорах и ближе к поэзии, чем к прямому, там, как называется, такой, не знаю, буфонной клоунаде и так далее. Поэтому, когда я прихожу в зал... когда я прихожу в зал... Полежи здесь пока. Значит, я смотрю, что за публика сегодня, на какую из вариантов клоунады она сегодня ближе находится. А, вы уже каждый раз заново. Каждый раз заново. Вот мы приходим с Ануфрием как-то в Париж, помнишь? Помню. Приходим мы как-то в Париж на 3 месяца. Мы должны были стоять в казино де Пари, в театре, в самом центре, значит, Парижа. И нам нужно было играть. И нам сказали, в Париже бесполезно. Во-первых, они не понимают, что такое юмор.
Вот это я хотела спросить. Во-вторых, они не понимают, что такое клоунада. Во-вторых, они вот это не знают, это не хотят, а это не будут. Мы сказали, как это мы не... Нас не будут! Как? Нам сразу стало как-то не по себе. Мы сказали, мы хотим в Париж. И мы пробились в Париж. Долго, лет 10 пробивались, потому что не хотят клоунаду. В конце концов, мы нашли дурака, сумасшедшего продюсера. Крут сказал, что не хотят клоунаду вместе с нами. И, значит, вот он рискнул и взял в аренду на 3 месяца, значит, театр. И мы, дрожа, с Ануфрием стоим у выхода на сцену, потому что знаем, что нас не хотят. Ты помнишь историю 35%? Расскажи. Ну, расскажи. Я не могу вам сказать. Хорошо, я буду немножко говорить, это подсказывай. Это вот интересная тема. Перед выходом на сцену я говорю, Ануфрия, я не знаю, как играть сегодня. Я в растерянности, у меня дрожат коленки, я не знаю, что мне делать. Давай сыграем, как в Лондоне. Такое, на абсурдистскую, на минималистическую систему. Он говорит, нет, нельзя, как в Лондоне. Они вообще англичан не любят, и нас вместе с англичанами отправят туда. Значит, ну ладно, давай, как сыграли в России. Помнишь, это самое, вот мы там в опере и так далее, такую на чувственную, на сопереживание. Он говорит, нет, нельзя, французы сопереживут там 2 минуты, а потом скажут, до свидания. И мы начали с ним выбирать, значит, нет, давай, вот помнишь, мы в Португалии играли, вот здесь добавили немножко. Нет, он говорит, это... И вот началось. Я говорю, хорошо. Значит, 50% минимализма, 30% значит, ассоциативного, значит, 10% мы добавляем, это самое, гротеска, значит, и чуть-чуть анархизма, значит, чтобы все было в разгул. Оно говорит, нет, 45% мы делаем минимализма, 36%, я говорю, нет. 44% за один шаг до выхода из кулис. Началась жуткая свалка. Мы с ним там разбирались, сколько добавить одного и другого. Потому что это вопрос, выиграешь ты или проиграешь. Потому что нужно поймать тонус зрителя в сегодняшнем зале. Но самое смешное, мы решили с ним, сколько процентов, долго торговались, как на базаре. Значит, нашли позицию с процентами, шагнули. И через 2 минуты, какой 2 минуты? Через 10 секунд мы поняли, что мы провалились. Потому что мы нажали не на ту кнопку. Мы сразу, я Ануфрию шепчу, англичан убираем. Мы снимаем, значит, весь минимализм, который только у нас был. Говорю, давай это самое в разгул, побольше в разгул. Ануфрия вытаращивает глаза, я, значит, как сумасшедший. И мы, значит, там как 2 демона мечемся по сцене и понимаем, что мы еще ниже проваливаемся. Я уже за Ануфрию держусь. Ануфрия, ищи дорогу. И мы поймали на одном месте, они вдруг раз, и зазвенел колокольчик смеха. На том месте, где была метафора, поэтическая метафора. Они сработали на поэзию. «Ууу!» – сказали мы. «Лови!» И мы через эту щель, через поэзию выползли и забрали зал. То есть нам нужно было найти тот тонус, который в зале откликается. Все равно мы. Мы не делаем кого-то другого, мы делаем себя. Но нам нужно было найти тот... как принцип разговора с публикой, при котором вот при этом они умеют разговаривать. А при том варианте, значит, они никогда не будут с тобой разговаривать. А, идите, вот, может, мы и без вас можем обойтись. То есть нужно пристроиться, значит, или мы разговариваем в одном варианте. Или, простите, мы можем вот немножечко вас, мы тут с Анной хотели выступить чуть-чуть. То есть надо найти вот этот принцип, а потом на нем уже... Что критерии? Вот что, критик напишет одной, а косы вас ругают, я не знала это. А есть люди, которых всю жизнь ругают. Друзья есть еще, которые подходят и говорят, старик, сегодня ты плох был. А я чувствую, что именно сегодня это пошло. Вот что? Или я знаю, что я не сделаю пошлость, и я знаю, что я никогда ни у кого ничего не украду, плагиата нет, я честен, хочу, рисую черный квадрат. Что? Я думаю, что здесь то же самое, как мы сейчас рассказывали, как перестраиваться к разговору с публикой, да? То есть то же самое. Я приезжаю в Россию, я знаю, что мне что-то нужно здесь такое, что не нужно ни во Франции, ни так далее. И я делаю что? Я делаю, называю шоу «снежное шоу». Потому что прошлый раз я привез шоу снов. Сноу-шоу, шоу снов. Потому что я думал, хорошо бы людей в фантазии... Нет, им нужны сейчас не фантазии. Им нужна нежность. Поэтому в этот раз я назвал спектакль
снежное шоу и развернул весь спектакль к этому состоянию, когда человек пытается с другим человеком говорить на уровне человека, а не, как бы называется, своих дел или еще что-то такое. Я еще говорю об одном. Публика, извините, дура. И публика может на пошлость, на гадость, на мерзость, на полное отсутствие факта искусства хохотать, аплодировать, ржать, смотреть жуткие сериалы, не пропуская ничего. А тонкую, изящную, тонкую вещь не принять. Может. Не доросли. Может. Может завтра. Ну. Вот, вот как себя, вот как себя, верить себе, что делать? Ну... пытаться делать и то, и другое. Сейчас, секунду, скажу, что такое то и другое. Значит, ситуации бывают разные, и, конечно, в каждой ситуации нужно искать свой ключ. Но, естественно, я никогда не разрешу себе вещи, которые как бы разрешает себе другой человек для того, чтобы просто заработать деньги. Я не могу себе... Тогда, значит, я крест ставлю на самом смысле моего существования. Лучше я тогда пойду грядки копать, и я тогда буду соответствовать себе. Я люблю природу, там, землю и так далее, и так далее. Я найду там место себе, которое правильно меня реализует. Если я делаю юмор, который унижает, унижает не в смысле как бы, шутка какого типа, а когда человека обрезает крылья, вместо того, чтобы ему давать крылья. Такие шутки я просто не могу делать, потому что это мне по принципу невозможно. То есть это неверная идея. Поэтому в такой ситуации, естественно, я не могу оказаться. Но другой человек может себе позволить, потому что, первое, он, может быть, сам не очень, как называется, еще разобрался, что такое юмор. То есть он приходит и просто добивается успеха. Я мой любимый ученик Юра Делиев, любимый мой ученик, я его обожаю, это один из лучших клоунов вообще. Меня последние годы просто до боли, у меня слезы текут, когда я смотрю его передачи. Он был поэтом настоящим у меня в студии, играл вещи такие красивые. И сегодня он сделал маски-шоу. Это для меня боль, такая страшная боль. Не потому, что он не может. Он говорит, я больше не могу. Я говорю, Юра, я знаю, что ты можешь. Я знаю, что думаю, останови эту историю, сделай настоящую, твою историю, которая в тебе живет. Почему ты это делаешь? Они это воспринимают, то не воспринимают. Я понимаю, на него давит продюсер телевидения, говорит, мы вам 100 рублей дадим, если пропустим вашу передачу, а в этом случае не пропустим. Зачем тогда нужны эти 100 рублей, если ты не можешь себя реализовать? Просто успех получить, и все на тебя будут глядеть и говорить, это самое, ура, ура, это самое, я его знаю и так далее. Ради этого, что ли? То есть это вопрос уже личности. Не потому, Юра это делает не потому, что он хочет, как бы называть, чисто успеха. Он не знает выхода из этого, он не знает, как найти решение и как прийти к такой клоунаде, которая была бы настоящая. Это болезнь телевидения, а не Юры. И телевидение заставляет, наше сегодняшнее телевидение заставляет этого делать. Но это как бы проблема, их таких проблем полно. И ты говоришь, вот не воспринимают хорошую вещь. Да, но, наверное, если не брать большую аудиторию, брать небольшую, можно и свои сердечные какие-то вещи показать для двух друзей своих и так далее. Два поняли, тебя поддержали, можно для 10, поддержала 10. То есть это... Такие вещи, для них требуется какое-то время для того, чтобы они могли выйти. Это не так просто. А еще нужна институт, система культурная в стране, которая помогает культуре действительно возвратиться в эту страну, которая помогает ей найти место, которая помогает ей там, сделать менеджмент, которая помогает ей... Пока никто по-настоящему, конечно, этого не делает. Надежда на это есть, но когда это будет, я не знаю. Вячеслав Иванович, клоун – это талант, талант, естественно, это от Бога, но ведь существует мастерство, существует техника, актерская, клоунская техника, и вот по этому поводу, пожалуйста, несколько слов, спасибо. Клоуну всегда так скучно разговаривать про эти вещи, мы их всегда наряжаем в другие наряды, эти вещи, которые вы говорите. Вместо слова, условно, рептица мы называем вечеринка. Вместо слова техника мы говорим, против лома нет приема. И так далее. Мы все время наряжаем вещи, которые обычно человека напугают своей торжественностью и многозначностью, в наряды карнавальные. И таким путем ищем достижение или повышение своих возможностей в этом направлении. Ну, например, в клоунаде, не как у Станиславского, там не три круга внимания, а пять кругов внимания.
Есть у Станиславского первый круг внимания, второй и третий. Здесь, здесь и здесь. А у клоуна 5, то есть еще нулевой круг внимания. Когда он сосредоточен на вещах, которые внутри него происходят, он за ними следует, и они для него важнее, чем все эти круги внимания вокруг. Или тот, кто смотрит на звезды, поэтому все время попадает в яму. И он смотрит дальше, и он не в состоянии увидеть нас, поэтому он говорит, что он сумасшедший, потому что он не замечает, что у него в руках тарелки, и он тут же их бьет, и так далее. Это следующие круги внимания, и им надо учиться. Ну и учиться, вот видишь, как Ануфри. Я говорю, Ануфри, ты встаешь, и я тебе огромной дубиной бью по голове. Вот состояние твоего персонажа. И он должен пройти, может быть, месяцы, может быть, годы, чтобы понять, что я сказал. Я сказал ему перейти в нулевой круг внимания. Я никогда этого ему не говорю впрямую. Никогда. Потому что клоунада – искусство поэзии. Говорить только метафорами. Говорить на обыденном, расчлененном, на технологические структуры языке запрещено в этом искусстве. Это другой принцип. Вячеслав Иванович, вы сегодня рассказали о том, что вы провокатор и любите давать импульс другим людям на творчество. А скажите, а кто для вас в вашей жизни давал импульсы для развития? И, может быть, сегодня кто является для вас этими огнями, этим свечением? Вот если бы мне дали кисточки, я бы все эти черные стены исписал этими фамилиями. Я думаю, это было просто белое-белое помещение. То есть такое количество фамилий, которые я благодарен за то, что они жили, творили, и у которых я учился. И можно просто по слоям проходить от самых древних времен до последних, я не знаю, там, перформанс. Великолепного человека, например, я привез на Олимпиаду, значит, из Голландии, Шусаку. Необыкновенной красоты вещи, потому что он сломал уже структуру между театром и жизнью. И уже не поймешь, жизнь это танец или вообще это просто существование человека и так далее. То, что он сделал тогда для нас, мы его приглашали как-то в Питер. Я говорю, сделай что-нибудь на улицах города. Я хочу, чтобы город и танец стали как одно целое. Это было лет 10-15 назад. Он говорит, а где? Я говорю, где хочешь, мне все разрешат. Мне тогда действительно все разрешали. Значит, он говорит, я в метро хочу, пошли в метро. Пошли в метро, он говорит, мне нужны не саксофонистов. Люди стали на эскалаторах и поехали вниз и вверх. Саксофонисты, тромбонисты и так далее. Они ездили вот так. А на этой перемычке, где эти фонари, танцевало 10 его балетных человек. Потрясающе, цепляясь за эти, скатываясь, ложась на людей, которые тащили их вниз и вверх. И вокруг эти саксофоны, которые ездили вот так. То есть фантастическая ситуация, обыденная жизнь, взломанная путем хореографии. Красоты необыкновенные. А чья идея корабль дураков по Москва-реке? Моя, конечно. С огнем. Сейчас же еще. Конечно. Конечно. Нет, это очень красивая была идея. Красиво. Она не до конца получилась. Роскошная по разным причинам. Идея. Но это было по-настоящему. Я знаю, что есть люди, с которыми вы дружите десятилетиями. Есть даже столетиями. Скажите, что для вас дружба и какие обязательства она накладывает на вас? Трудный вопрос. Чаще всего моя жизнь, моё, как бы это сказать, работа, которой я занимаюсь, она и есть весь смысл моей жизни, да? И поэтому чаще всего все друзья, которые у меня есть, чаще всего это люди, которые ищут свою звезду. В театральном ли процессе, в искусстве и так далее. Это и называется дружба. Вместе впрячься в телегу и тащить ее на гору. Это вот самая правильная дружба. Хотя, конечно, есть очень много ее вариаций и так далее, и так далее. А вот Татьяна, мой дружок замечательный, лет 20 уже. Больше. Да. Я вот тут сидела, думала, стеснялась, переживала. Я вам честно скажу, я в данный момент достойна зависти вашей и вашего восхищения, потому что очень долгое количество времени я находилась в театре, в коллективе этого человека, и могу вам сказать со всей ответственностью и искренне, что ту атмосферу радости и щедрости, которую он создает, он, Лена, люди вокруг него – я очень давно в жизни не получала, не потому, что у меня плохая жизнь, неинтересно, у меня очень интересна хорошая жизнь, она мне нравится, но он ведь что-то там думал, вот так зацепил,
вытащил. Почему-то, когда мы были в августе, в сентябре, да, в Новой Зеландии, в Австралии, почему-то устроил 23 февраля с подарками причем. Потом мы в отместку устроили 8 марта тоже с подарками. Да, в августе. А в сентябре пошел такой разгул, потому что был Новый год. И вы бы видели, какая-то... На пляже в Новой Зеландии мы устроили Новый год. Какая-то пятизвездная гостиница. И, значит, естественно, условие, кто без костюма, тот не получит ничего, ни подарков от Деда Мороза. Надо было видеть. Группа странных людей. Один в маске, в бумажной, потому что подручных материалов не было. Я с ушами всю ночь дуру шила, значит... Почему-то в памперсах подарили. И вот эта компания идиотов вышла в пятизвездный отель, села. На нас, правда, никто не обратил внимания. Видно, там это принято. Набила сумку всякими вкусностями и поехала на берег океана. Покупалась, построив замки из песка. Какая-то, думаю, дожить до неполной пенсии и вот так вот, значит... Отстань, это мое ведро, он еще провоцирует, он покупает ведра детские, совки, какую-то глупость, и, значит, все отбирают друг у друга, это все тут. И, в общем, 2 месяца, как я мечтала, работы. Я хотела увидеть страну другую, ничего не получилось. Каждый вечер смеялись, каждый вечер провоцировали какую-то ситуацию, каждый вечер ощущение того, что ты дура, было счастьем. Потому что, да... Это так. Вот как Шариков свезло. Видно, мамка-то у меня с водолазом гуляла. Философ сказал, счастье вещь нелегкая. Его очень трудно найти внутри себя и невозможно найти где-нибудь в другом месте. В реальной жизни бывает очень много того, что нас огорчает. Вот что вас огорчает и как вам удается с этим, ну, переваривать эти неприятные минуты? Понятно. Ну, так же, как у всех. Те же самые минуты, те же самые огорчения. Не думаю, что мои огорчения чем-то отличаются. И перевариваешь как? Поплачешь немножко, одни огорчения переваришь. Это позлишься немножко внутри себя, другие переваришь, вытерпишь хамство, еще что-то переваришь, наоборот, ответишь на хамство, опять что-то можешь сделать. То есть все так же, как у всех, навряд ли чем-то отличается. Я пытаюсь все время сказать себе, что вот я еду, когда в Россию, пусть не обижается мой дружок Ануфрио, значит, когда я еду в Россию, я говорю, я еду в Италию. Почему? Потому что очень интересное замечание, очень интересное. Италия – великая страна. Я завидую итальянцам. Они ухитрились в стране, которая в полном бардаке находится, жить счастливо. Да. А в России никак не научатся в бардаке находиться и жить счастливо. Почему-то все время несчастные. Италия. Я туда приезжаю, ни у кого ничего нет. Ничего ни у кого не получается. Все поют песни, стоят на углу, пьют кофе и говорят, ты великий человек. Другой говорит, и ты тоже великий человек. И они два великих человека пьют кофе и счастливы. Можно еще вопрос? Поэтому, когда я еду в Россию, я говорю, я еду в Италию. Я прихожу, мне говорят, билеты твои скупили, те самые, как их называют, спекулянты, они стоили 100 рублей, а теперь стоят 5000. Я говорю, Италия, что я могу поделать? Это такая страна, она находится в таком-то больном положении. Я не могу изменить, я не могу взять лично каждый билет, продать. Мне приходится терпеть. Мне приходится терпеть, что на меня показывают пальцем, говорят, капиталист, значит, продает билеты там за бешеные деньги и так далее. А что делать? Я все равно приехал в эту страну. Кто меня сможет понять, тот поймет. Кто не сможет, ну что делать, в следующий раз, может быть. Грустный вопрос, можно? Да. Вы боитесь старости? Такой настоящий. Ну, разве существует такой человек, который бы этого не боялся? Разве существует такой человек? Я думала, вы. Нет, я вот тут вот очень боюсь. Здесь я совсем не боюсь. Вот здесь я боюсь чуть-чуть. Я знаю точно, что со мною, как бы, я себя пытаюсь в каждый момент своей жизни оставить с собой. То есть я посмотрел фильм «Казуона», где человека под руки выводят, сажают на стул
и он делает руками, еле-еле двигая под музыку, какую-то вещь, которую уже трудно угадать. Но он все равно остался собой, артистом. И многие люди, которые приходят, только посмотреть на движение его пальца. Я так надеюсь, что будут приходить люди, когда я буду в колясочке выезжать здесь, в Москве, и я буду двигать вот так пальчиками, и людям это будет все равно хотеться видеть. Вот я, это для меня было самое главное. Спасибо.